Раскоп для Макара. От дівушки Мороза. Прости, я заблудился, малость, на твой подарок я привез на огоньки от елки. Все, давай открывай. Ножик принеси, только маленький. Что написано? Заблудился. Дед Мороз заблудился. Так не повреди микроскоп. Тут запечатал. Что ничего нет? Дорогой микроскоп ищи. Где все? Тут. Мам, что это за коробки? Картонную коробку вниз опускай. Это вниз. Что написано up сверху? Это что? Up — это вверх. Все, картон убирай. Давай, я волнуюсь. Вдруг ты разрежешь. Только осторожно. Да там металл. Мама, микроскоп. Лучше дальше нам поставить. Прикинь, микроскоп пришел. Там девочка заблудился. Стишера. Стишера заблудился. Дедушка. Дедушка заблудился. Здоровый. Мам, вы можете не уходить в школу? Нет. Раньше урока приходите оба. Ну ты же достал. Да что, откуда вы готовы? Ты что делаешь?
такие баллончики. Что за баллончики? Не знаю. Ты думаешь, что такое? Ну, как, потому что материалы какие-то. О, бля. Ничего себе. Ё-моё. Бомбас. Прям серьёзный микроскоп. Я думаю, мне было меньше вынесли. Я думаю, он такой. Вот прям для научных работ, Макар. Теперь твоя задача стать великим биологом. Макася, твоя задача стать великим биологом. Там снимают? Снимают. Полностью? Нас видно? И мне принесли вот такой микроскоп. Это что? Это куда смотрели, видишь, там туда. Сюда камера вставляется. А, вот это убрать. Вот подумай, теперь. А это что такое? Это баллончики. Да. Тише, тише. Компостер. А вот это моча. Это масло. А, масло. Мой же папа, когда в институте учился, они там работали. Макарчик, аккуратно, да, стекло, скорее всего. А вот очки. Это стекло. Сюда смотри. Давай за стекло не трогай руками. Давай вставляем. Тут сюда вставляется? Давай вставляем. Нет. Ну я хочу поцелуй. После школы. Никогда не возводит. Это сюда уложили. Это аж через что смотреть, видимо. Нет. Это да, это что да. На приборное стекло смотришь. Ну что да? А это утро увеличить. А зачем так много? Вот здесь. Фильтры какие-то. А что такое? Интересно, сюда что вставлять. Стекло собрать. Папа, ты зачем их трогаешь? Не надо. Ты сам трогаешь. Потому что они могут проводить. Электрический провод какой-то. Да, он подключается, что все видит. Это какой-то переходник для камеры. Умножение на один. Умножение на один. Угу. Это да. Теперь можно елку убирать. Спасибо Деду Морозу. Да. Да, это переходник для камеры. Надо инструкцию читать. Инструкция. Ё-моё, какая огромная инструкция. Блин. Смотри, какой в конце будет.